десанты выходят на охоту. Вот так вот в сопровождении полицейских. Он приехал на санях. Сейчас мы будем с ним сниматься. Становитесь до вот этой точки. Мальчики и девочки, что вы тут делаете? Подожди, что ты сказал? Мальчики и девочки, говорю, что вы тут делаете? Санту увидим опять. Что делаете? Увидим Санту опять. Ловим? Ты опять, я вижу. Вон Санта, у него еще и печка работает. Вот такие вот конфеты уже раздают его помощники. Дети некоторые, которые работают с ним, вообще это может не брать. Не работают? О. Ну, типа пеп. Зай, ну если я вас просто сфотографирую. Ну, не, вот на что-то. Сашка, ты рад? Да, я покажу. Оп. Короче, впереди едет машина сопровождения. Санта с песнями, с плясками, с музыкой на оленях скачет. И сзади тоже полицейская машина сопровождает. В общем, что-то мне подсказывает, что Санта работает в Торренс Полис Департ. Катаринка, а что мы вчера делали? Это Санты были. Это Санту мы словили, а потом... А... Нет, Санту мы словили не вчера, а позавчера. Что мы вчера с тобой делали? А, нет, мы вчера Санту словили. А до этого что мы делали? Пирсинг. Что? Сейчас нас будут снимать. Okay. А кто нас будет снимать? Зайка, на твой телефон? Да, да. А я сам на свой. Thank you very much. Thank you, Santa. Короче, Санта с нами снялся. Thank you, too. Счастливые охотники за Сантами возвращаются. У меня еще есть одна конфета. Все, сейчас Санта. Мы как будто последние. Санта уезжает. И дым с трубы идет. Смотри, какой дым валит. Я хочу полезать дым. Все-таки. Понюхай его просто. Сирена, сирена, где пить? Все, можно полюбоваться накрашенными домами. Самый главный ловщик Санты. Я сумму, да, в конце. О, слышите?